Актуальный микрофон. Аналитичная программа. В эфире первый национальный канал Белорусской радио, программа «Актуальный микрофон», в студии Ольга Семашко и я, Дмитрий Рубашный. Чему споживцы выбирают той альбо інший товар, что уплывает на наш выбор? Як можно кировать этим попытом и какие методы для этого використовуются? У нашей студии сегодня загадчица кафедры менеджменту технологии бизнеса и устойливого развития Белорусского державного технологичного университета Ирина Новикова и член правления громадского объединения ГИЛ маркетологов Анатолий Акантинов. Нагадаю, что долучаться до нашего эфира можете и вы, коли у вас возникнут пытания, альбо зауваги, альбо некие ремарки по теме нашей сегодняшней размовы, телефонуйте 284-87-53, 284-87-53 и пишите смс наш номер 1062. Тема эта настолько интересная и актуальная оказалась, что человеку, который ей занимался долгое время, в этом году вручили Нобелевскую премию по экономике. Да, это действительно так. Это Тайлер. 2017 год. Американский ученый Ричард Тайлер. Нобелевская премия за исследования в области поведенческой так называемой экономики. Абсолютно правильно. Более того, я хочу сказать, что до начала 90-х годов ученые-экономисты над ним смеялись. Он, кстати, профессор Чикагского университета, смеялись, и все его исследования не называли научными. То есть, ну, занимается человек там неизвестно чем. Вот. А вы видите, прошло не прошло и 25 лет, как он стал Нобелевским лауреатом. Но сразу хочу сказать, очень во многих изданиях, вот в российских, прошло то, что впервые присуждается за поведенческую экономику Нобелевская премия. Это не совсем корректно и не совсем правильно, потому что в 2002 году, значит, Канеман и Вернон Смит получили уже тоже за так называемую, за симметричную информацию Нобелевскую премию. Это тоже связано с психологией человека. Более того, я хочу вам сказать, мы уже у студентов, значит, в курсе экономической теории читаем тему асимметричная информация, которая связана с психологией. А еще ранее, в 1988 году, вышла книга Джеффри Ходжсона «Экономическая теория институты», в которой он опроверг существующую экономическую теорию, которая у нас еще преподается в вузах, что она уже должна быть не такой, а с учетом вот поведенческой экономики, с учетом психологического фактора. А действительно ли поведение людей, наши решения, обдуманные, либо спонтанные, так могут повлиять вообще на рынок, на экономику в целом, на там показатели? У нас ведь мы живем тоже, изучаем показатели вот нашего развития. Оказывается, планировали одно, а люди стали вести себя так, что картина совершенно изменилась. Мы помним финансовый рынок, да, и скачки курсов валют, которые у нас в свое время были, да, и ажиотажные спросы на что-то. Это ведь тоже вот именно она, поведенческая экономика. Конечно, оказывает большое влияние на значит, поведение потребителя, а под потребителем мы понимаем не только мы с вами, как домашние хозяйства, но потребителем также выступает и фирма, которая друг у друга покупает сырье, материалы там и так далее. Все это тоже потребители. Значит, и потребительское поведение, ведь даже одна из первых тем в экономической теории, она называется «поведение потребителя». Но там мы, когда вот давали классическую теорию и даем по сей день классическую теорию, мы исходим из того, что потребитель рационален. То есть мы говорим, он выбирает лучшее из всего другого худшего. Тут возникает вопрос, вы мне можете задать, а что есть лучшее? Ну, мы говорили, это субъективно, каждый выбирает потребитель, ну, то, что считает нужным для себя. Так вот, Нобелевская премия присуждена человеку, который, в общем-то, вывел закономерности, как принимает решение, несмотря на то, что мы по отдельности с вами принимаем решение, но, тем не менее, можно просчитать, какой результат в целом можно получить в национальной экономике. Что значит потребитель выбирает лучше? Да? Я не думаю, что он лучше выбирает. Помните советское время, когда становились в очередь и покупали тот товар, который просто появился?
да? Я речь не веду об административно-командной системе. Да. А сегодня покупают то, на что скидку предлагают, допустим, в магазине. И он и про скидки, кстати, в своей теории, он там и про скидки говорит. Вот это вот как раз и есть этот элемент, да, поведенческой экономики. Что еще? Ну, на самом деле она пронизана уже везде, и очень много инструментов этой поведенческой, просто, может, ее так сильно не выделяют. Даже, извините, создание брендов, да, это ж что ни на есть, это психологический инструмент влияния на сознание человека. Те же инструменты мерчендайзинга в торговле, да. Посмотрим даже те же ограничения, которые используют, например, государственные органы, когда устанавливают возрастной ценз на телевидении, либо на радио, да, просмотра той или иной или передачи, либо предупреждают уже заведомо о том, что какие-то, например, форексы несут риски, да. Это все психология, да. Я уже не говорю о каких-то скрытых инструментах, которые используют маркетологи. А люди ведут себя иногда по-другому. Вот это запрещают, там нельзя смотреть до такого-то возраста, сразу вызывает спрос. Интерес у людей такого это, возраста. Это классический пример, когда запрещают сигареты. Да, это однозначно, там не совсем верно, и сигаретчики с удовольствием размещают определенную запретную рекламу, которая повышает, оказывается, спрос на них. Там надо использовать совершенно другие инструменты. Да, но вряд ли они с удовольствием сейчас раковых больных фотографии, изображения на пачках размещают. Это уже другое, это уже бьет, наверное, по карману. Да, ну, поэтому здесь есть и плюсы, и минусы, да. С одной стороны, вот эта Нобелевская премия, она заставляет обратить на это внимание. И с точки зрения развития человечества, потому что многие вещи, к сожалению, ну, тормозятся, да, с точки зрения экономического развития из-за того, что люди вот ведут себя определенным образом. Он даже упоминает, что надо больше доверять роботам, да, которые принимают какие-то решения или как программируются какие-то решения. А психология всегда будет на вооружении маркетологов. Единственное, просто чтобы она не шла во вред людям. Анатолий, скажите, маркетологи как сегодня вообще пытаются руководить нашим выбором, сознанием. Нашим сознанием? Вот. Как они зарабатывают деньги на... Ну, таких инструментов достаточно много, и проводится на эту тему очень множество исследований. Они, конечно, закрытый характер носят. Ну, элементарно, ну, например, есть... Вещи, связанные с запахами, да, если приходишь в гипермаркет и чувствуешь запах печеных, ну, кондитерских изделий, булочек, да, то продажи увеличиваются на 15%. Если заходишь в обувной магазин, и там присутствует запах кожи, то продажи увеличиваются на 20%. Да? Это к примеру. Я уже не говорю вот о том же брендинге, мерчендайзинге. Вы скажите, откуда этот запах кожи? Это от кожаной обуви? Нет, идет, либо нет, его... специально распространяют. Есть специальные установки, которые занимаются этим. То же самое вопрос звуковых решений. Да? То есть если кто-то обратил внимание, когда ходит по магазину, и людей не так много, то, как правило, включает медленную музыку, чтобы он, не торопясь, купил, совершил больше покупок. А если людей очень много в магазине, то включает более быструю музыку, которая заставляет делать более быстро покупки и уходить с магазина. Да? А вот эти цены, что лучше написать не 10 рублей, а 9,99. Да, это психология тоже. Да. Ну, а когда не за килограмм цена, а за 100 граммов? Да. А? Так вот сейчас вот как раз законодательство и вело, чтобы на ценниках начали вводить эти цифры. И некоторые гипермаркеты начали уже писать рядышком цену за килограмм, то есть в пропорции за килограмм. И тогда потребителю легче сравнивать ту или иную цену. Растачивались очень долго. Можно было бы давно, вот много лет уже это предлагали, но вот пока, наконец-то, вот законодатель, там, я не знаю, кто, март у нас, министерство к этому пришло. Вы знаете, здесь вот эти инструменты... А люди в это время все-таки испытывали неудобства. Они понимали, что вот где-то, наверное, есть такой момент, что их обманывают, да? А вот на калькуляторе все это просчитать невозможно, да, вот да, дайте да. нормальную цену за килограмм, да, и все будет понятно, где реальная скидка, а где ее нет.
Но здесь надо заметить, что здесь есть и положительная сторона, и отрицательная, да, потому что стимулируя спрос, увеличивается оборот, появляется стимул работать, зарабатывать деньги и пошло-поехало. То есть здесь есть и другая сторона медали. Я уже не говорю про, например, продвижение страны. Если мы берем уже маркетинговые инструменты на город, либо на страну, то мы привлекаем к себе ресурсы, да, и увеличиваем экспорт, и привлекаем инвестиции и прочее. Поэтому на самом деле мы заинтересованы в развитии. Но с другой стороны, надо и механизмы, которые защищали бы потребителя, да, и вели, ну, скажем, честную конкурентную борьбу. Я напомню, что на студии сегодня зав. Кафедры Белорусского государственного технологического университета Ирина Новикова и член правления общественного объединения гильдии маркетологов Анатолий Акантинов. А я напомню телефоны, по которым вы можете нам звонить. 284-87-53, 284-87-53. Принимаю я ваши звонки и с вопросами, замечаниями на этот номер телефона, и также смс-сервис 1062. Может, кого-то действительно обманули, обидели, да, распространители там продукции, кого-то, кто-то устал от навязчивых звонков по телефону, кому-то спам присылают, кто-то не верит в акции там и так далее, но... Обсудим и эти моменты тоже. Да, Дмитрий, я хотела еще добавить, вот вы все время говорите только об экономике, о поведении потребителя мы говорим, а в частности вот Нобелевскую премию присвоили вот этому Талеру, и он, его теорию заимствовал Кэмерон, это британский вот премьер. Хотела про это рассказать. Да, британский премьер. И кроме того, он был одним из советников Барака Обамы. Поведенческую, для чего, для, так сказать, почему его теорию положили, ну, так сказать, использовали в политических решениях. Потому что его теория показывает, как люди принимают решения в принципе вообще. То есть это не обязательно экономические решения. Да, он писал ее как для экономистов. Но можно принимать и политические решения и знать, чего мы можем ожидать от того или иного решения. То есть я просто хотела немножечко уточнить, конкретизировать. Ну вот давайте мы, может быть, вспомним, а были у нас в истории такие примеры, когда действительно как бы поведение людей нацелено на одно, а политическое решение должно было заставить изменить это поведение? Да, я могу даже привести такой пример. Здесь, в общем-то, и похоже на, так сказать, на его теорию решения, которое касается, и все его помнят. Помните, в 2011 году мы провели девальвацию. Значит, долго курс доллара держался. В марте уже было видно, что, так сказать, курс надо менять, но продолжали до сентября 2011 года держать. И где-то 16-17 сентября впервые были проведены торги, на которых доллар различался в 3 раза. Почему отказались от удержания курса доллара и перешли к торгам? Значит, рассчитывали, что девальвируя нашу валюту, мы нарастим экспорт нашей продукции. То есть вот в этой ситуации экспорт наш становится дешевле, когда доллар взлетает, а если мы держим, то в долларовом выражении цена нашего товара за рубежом более высокая. И мы решили вот таким образом нарастить наш экспорт. Но, как показали данные, как проанализировали данные по следующему году, экспорт не увеличился в 3 раза. То есть 3 раза доллар упал, и можно было ожидать, ну, хотя бы в 2 раза, чтобы экспорт увеличился. Вы же сами понимаете, что если трактор стоил там, ну, предположим, 150 единиц, стал стоить 100, то это не значит, что на 50% его стали больше брать, там, или на 30% стали больше брать. Совершенно по-другому продажи меняются, и это следует учитывать. Здесь, в общем-то, и психологический фактор, и экономический. Здесь и экономика одновременно присутствует. Так, то есть опыт в этом случае получен. Да, это вот нас, да, получен опыт. И тот же психологический опыт говорит о том, что доверие к национальной валюте в связи с вот этими вот всеми потрясениями было очень низким. И да, сейчас вот из-за поменялось этого начало все восстанавливаться. Абсолютно все поменялось, и это способствует, мы можем вспомнить и посмотреть на данные, статистические данные. Планировался уровень инфляции где-то в районе 9,9%, и все говорили, нет, мы не выдержим. Сейчас
сейчас уже планируют, говорят, наверное, процентов 7 будет погода. А структуру инфляции. Сбережений, посмотрите, да, население совсем по-другому за эти несколько лет начало себя вести вот именно вот в этой вот финансовой сфере. Да, абсолютно. Анатолий, вам, к вам вопрос. Угу. Вот продавцы товаров, услуг, они могут действовать в рамках закона, а могут использовать какие-то методы, которые, ну, нельзя в полной мере назвать честной торговой практикой. Вот в чем разница? Ну, первое, конечно, за каждым не уследишь, да, продавцом и прочее. И, конечно, здесь уже элемент доверия, да, если продавец один раз обманул покупателя, да, естественно, он делает свой выбор, да, не идет в эту торговую точку, да, либо не покупает этот продукт и прочее, прочее. Поэтому вот даже теория брендинга, она в первую очередь говорит о том, что продукт должен быть качественный. Потому что зачем его рекламировать, если он некачественный, да? Поэтому в этом смысле, ну, где-то можно и доверять. Ну, доверяй, но проверяй. А может, наоборот, рекламируют вот тот товар, который по качеству уступает, но для того, чтобы его знали. Ну да, это влияние на психологию в том числе, но при этом качество тоже, потому что, извините, отдать такие большие деньги на раскрутку товара и при этом получить негатив, ну, вспомним тут же немецкие автомобили, где обнаружилось, что, оказывается, выхлопные газы там занижены, да, и это очень сильно ударило по объемам продаж и прочее, если вот брать на этом уровне. Но здесь, конечно, это... А с другой стороны, конечно, и потребителям надо быть грамотным, да, то есть часто, когда покупаем, мы смотрим рецептуру того или иного, скажем, продукта, да. И у нас указ президента же был по этому. Помните, все возмущались предприниматели. Лейбу клеить нужно. Откуда? Кто первый импортер в Белоруссию? Из чего состоит? Да. Содержит ли ГМО? И все возмущались. Я говорю, все, весь мир так работает. Весь мир работает. Да. У нас лет 8 назад указ такой принимался. Поэтому здесь вот я говорю, надо, ну... Скажем так, быть внимательным, да, и, конечно... Ну, я хочу еще добавить, вот с асимметрией, то, о чем вы, Дмитрий, говорили, что должны делать потребители, не обязательно быть грамотными. Ведь смотрите, когда возникли фирменные магазины, лет 20-25, когда стали развиваться сеть, для чего развивается сеть фирменных магазинов? И очень многие товары, которые продаются в фирменном магазине, вы не найдете просто в универмаге на обычных полках, в обычных отделах. Почему? Это фирмы вот такие, такие крупные, которые, у которых есть бренд, они борются с асимметрией. Вы уже знаете, что если вы пришли в фирменный магазин, вы не купите подделку Dolce & Gabbana, если у них открыт брендинговый магазин. И с другой стороны, люди обойдут стороной этот магазин, потому если он им не по карману. Да, абсолютно правильно, абсолютно правильно. Скажите, а так у нас... Анатолий, вот у вас дома ящик почтовый бывает забит? Рекламой. Ну, вы имеете в виду электронный ящик. Нет, обычный ящик. У меня, допустим, конечно. В электронный даже там... Я бы сказал, на подъезде больше вешают всякой... Даже если никому электронно не сообщаешь, все равно идет, спамщики о нем узнают. По мобильному телефону идет. Это какой-то ужас. Вот это можно назвать честной торговой практикой? Ну, конечно, тут надо какое-то противодействие придумывать и законодательным властям, и самим людям. Вот, особенно сейчас, когда там то окна поменять, то сейчас компьютеры давайте вам проверим, там и пошло, и поехало. Но особенно пожилые люди на это. Мне звонили по телефону, по домашнему, да. Я пытаюсь, вообще, кто вы? Он продолжает читать свой текст, который у него. Дмитрий, и с ними не ругайтесь. Знаете почему? Они передадут другим и вас замучат звонками. Знаете, я вас научу, что говорить, то когда вам звонят. Да? Больше не... Вы говорите, стою с чемоданами, не могу поучаствовать, спасибо. Все, и они перестают звонить. Ну, а если вот серьезно, Анатолий, это... Как с этим сражаться? Да, закон вообще нужен какой-то, чтобы... Ну, вы знаете, мы все хозяева собственной жизни, и здесь, если говорить о подъезде, когда там заклеивают и прочее, конечно, надо как-то останавливать этих людей, вот беспорядочно, которые клеят. Те, которые делают звонки, я считаю, что, конечно, на такие компании надо... делать жалобы, и некоторые моменты уже приостанавливают, и в прессе об этом пишут. Просто, но наверное, закон позволяет решать? Не, ну, конечно, надо просто обратиться вот при антимонопольном, скажем, министерстве, ведомстве. Они же следят за рекламой, и очень много таких обращений. Спасибо. Не принимают решения. Небольшой перерыв сделаем, минут на 10.
Перед тем, как мы уже перейдем к ответам на вопросы слушателей, несколько новостей обсудим. Сегодня в Испании праздник, 12 октября. Когда-то в этот день Колумб открыл Америку, а сейчас это отмечается как День испанской нации, национальный праздник. Вы верите в испанское единство после того, что происходит сейчас? Вы знаете, я как экономист могу рассуждать. Каталония, конечно, очень богатый регион. И то, что они хотят отделиться, и как всегда, вы знаете, отделяется ж кто? Кто богатый, кто думает, что, так сказать, кормит всю Испанию. Поэтому понять каталонцев можно. Но с другой стороны, если они выделятся, то есть будут как отдельная страна, тут возникает масса проблем. Вы понимаете, возникает граница с нашими туристическими фирмами. Они же едут не только в Каталонию, в Барселону отдыхать. Они хотят Мадрид посмотреть, они хотят Малагу посмотреть там, и так далее, и так далее. Да какая вот граница? Никаких границ уже не будет. Нет, новых. Ну, с другой стороны, а если еще и другая валюта, не дай бог, будет? Может да быть, и валюты не будет. Нет, да. А почему? А Евросоюз сказал, что им что придется Евросоюз заново. Их не да, примет. Их да. не примет. Да. Вот, то есть... А кого это волнует? Черногория рассчитывается евро. Они сами взяли и ввели. А Кипр, которые тоже еще фактически не в еврозоне, да, официально? Вы знаете, если они так делают, они тогда и выделяться им не стоит. Ведь обычно выделяются для чего? Для того, чтобы иметь инструмент денежно-кредитной политики, который может, так сказать, регулировать, выступать в форме регулятора экономической деятельности. А так зачем им? Они же хотят налоги не платить в испанскую казну, чтобы были их налоги, и чтобы денежно-кредитная политика не Испания осуществляла, а чтобы они на месте осуществляли. Знаете, я думаю, что данная ситуация, она на самом деле направлена на поиск компромисса, потому что действительно, ну, Каталония стала чувствовать себя ущербной, да, и в этом смысле появились вот эти вот настроения. Поэтому я думаю, что будет некий диалог, конечно, дадут больше им преференции и прочее, потому что если посмотреть, ну, скажем, на опыт другой, белорусский в том числе, то неспроста, например, с Африки едут беженцы в Европу, да, потому что здесь лучше жить, тут богаче, тут безопаснее, да. То есть это показано, что если какой-то регион, в данном случае Европа, пошла в плюс, то, естественно, все начинают, то есть она и получила и минус, да, и здесь то же самое. Я могу пример привести на белорусской экономике, когда занимался вопросами, скажем так, территориального маркетинга и общался с регионами более богатыми, ну, например, это Мозырь, предлагал им продвигать свои регионы, и занимался депрессивными регионами в Витебской области, да, и столкнулся с такой вещью, что Мозырь говорит, а зачем нам продвигать, все равно у нас деньги забирают, а в депрессивных они говорят, а зачем нам развиваться, деньги нам и так дают. Угу. То есть это очень важный момент, надо стимулировать тех, кто все-таки больше зарабатывает. Да, ну, конечно, при этом надо и помогать. Вот в Испании сложилась именно такая ситуация. То есть кто-то зарабатывает больше, естественно, они хотят и преимуществ больше. Но это если все рассуждать с точки зрения экономики. А кому-то абсолютно не важно, какие будут доходы. Главное, чтобы висел свой флаг на доме, да. Вот это намного важнее, чем, например, вот какие-то экономические моменты. Дмитрий, разрешите им повесить флаг Каталонии. Я думаю, что им уже даже разрешают. Да, и вторая тема, которую мы еще обсудим. Сегодня много об этом пишут. Итоги саммита в Сочи. Ну вот, Ирина Васильевна, вас, может быть, из тех решений, вопросов, которые там поднимались, что больше всего заинтересовало? Ну, дело в том, что там они о цифровке экономики говорили. Это уже давно обсуждается, уже принят ряд решений. Действительно, на нас надвигается цифровая экономика. Это очень, ну, я не скажу, что опасно, это неправильно сказать, но эта волна может нас захлестнуть, если мы окажемся неподготовлены. То есть сама экономика будет меняться. Уже сейчас созданы интернет-платформы, мы можем, не выходя из дома, нам достает одна сеть торговая, доставляет продукты, другая сеть медикаменты и так далее, и так далее. Коммунальная оплата. Значит, у нас же была программа «Электронная Беларусь», помните, уже практически платформы созданы. Мы можем платить за детские сады, коммунальные, за все. Кредиты можем оплачивать, не выходя из дома. Да, Карина Васильевна, уже даже посчитали, что для самой экономики Беларуси вот эта цифровизация даст 1% роста ВВП. Абсолютно правильно. Хорошо. А просто куда так? Людей девать? Второй вопрос. Вы-то все это уже вопрос социальный. Да, да, нет, это не социальный вопрос, а экономический. Вы знаете, что с цифровой экономикой какая опасность будет? Ну а что? Вымывается средний класс. Подождите, люди, нас которые, с вами не нужно люди, будет. Люди,
которых заменили компьютеры. Вот были машинистки, они же где-то вот устроились в жизни, да? Они при мужьях устроились, угу. Как показывает хорошо, практика. Хорошо, а люди, которые были кассирами, которых вытеснили банкоматы? Они должны были переучиться. Ну а сейчас, если во всех сферах будет, Дмитрий, это действительно существует. Ребята, такая я опасность. Считаю, тут нету дискуссии, потому что давайте возьмем Китай, сколько там людей, и им всем находится работа почему-то. Почему мы об этом говорим? То есть нас недостаточно людей, я больше буду говорить. Другое дело, где эта работа, но ее искать надо. Вы пока надо. Еще не знаете, что Давайте. Такое цифровая экономика, я поэтому так рассуждаете. Я предлагаю перейти к вопросам наших слушателей, тем более, что Ольга вот очень внимательно выслушивала все звонки. Наиболее интересные из них, пожалуйста. Ну вот я еще хочу добавить ремарку, что по поводу того мы говорили, что не заменят всех компьютеры, потому что, допустим, для той же экономики были математические модели, а как показывает человеческая психология, они в каких-то моментах не сработали. Потому и даже не сработали как в глобальных моментах. Правильно, отказались уже, кстати, выстраивать большие экономические модели. Ольга, ну я хочу сказать, это не значит, что от них отказались. Нет пока инструментария, и мы не могут учитывать психологию. А в больших математических моделях срабатывает коллективная психология. Если у Дмитрия вложены деньги в акции, и акции начинают, предположим, падать, и он дает вам сигнал, вы звоните маме, папе, и у всех акций все начинают ажиотажно, а информация пошла от Дмитрия. Это коллективная психология, она влияет на поведение. Вот, Ирина Васильевна, в связи с этим хотела спросить. Вот те модели поведенческой экономики, за которые получена Нобелевская премия, они работают для всех стран? Или, допустим, вот для США, на модели США это разработано, а, допустим, для Беларуси это работать уже Нет, не будет для всех, будет, да? Это будет работать, и сразу хочу сказать, не надо ожидать от Таллера, что он решит все вопросы психологии в экономике. Он какую-то часть разработал. То есть он показал, как мы с вами принимаем решения в голове. То есть у нас в голове, как маленькая бухгалтерия на предприятии, мы раскладываем, куда мы что тратим. И если у нас появляются дополнительные деньги, мы можем порадоваться, как он сам сказал, я потрачу их иррационально. Это же он сказал в своей Нобелевской речи. Ирина Васильевна, вот нашим слушателям, я так понимаю, из Брестской области абсолютно неинтересно, что там сказал Таллер и как вообще что в Америке. Да? Их волнует, почему у них в деревне, в сельпо цены в два раза выше, чем в Пинске. Ну, не знаю, в два ли, но говорят, что в два. А объясню, почему. Раньше у них, может быть, цены таким образом не росли, потому что существовала Белпотребкооперация, которая функционировала, не буду рассказывать, каким образом, но они не имели права поднимать цены. И если у них даже были убытки, предположим, они покрывали за счет более прибыльной деятельности в других отраслях. Но все тоже я не совсем согласен. Да. Я помню, когда были эти сельпо Копсоюза. Все равно там цены в деревне были больше, чем в городе. Да, дальше доставить же далеко. Дмитрий, это затраты. И в городе конкуренция больше. Давайте возьмем, в городе сколько магазинов, да, а в деревне один. Да. И, естественно, за счет конкуренции поэтому держится такая цена. Поэтому давайте можно пустить торговые сети. Если они согласны, пусть все они... Все меньше остается времени, давайте поэтому, пожалуйста, вопросы. Давайте к вопросам перейдем. Вопросы. Вот о поведенческой экономике наш первый вопрос. Спрашивают, почему вот столько уже говорят о финансовых пирамидах, да, все-таки вот это явление, оно как раз из области, наверное, поведенческой экономики, то почему до сих пор люди покупаются на них? Абсолютно правильный вопрос. Покупается, потому что это тоже человеческая психология. Человек хочет жить богато, и он не понимает. Он покупается не только на пирамиды. Я хочу сказать, вот предположим, кто-то кинет клич, и может даже это пойти через какие-то банковские, так сказать, подразделения, что вложите вот в мое предприятие, через год мы получим, я получу 50% прибыли на ваш вложенный капитал. Это нереально, потому что самые высокорентабельные проекты считаются, если 15%, 25% это уже все, верх, потолок. Если вам кто-то обещает 50% на, предположим, на $100 вложенных сегодня, через год 50, не верьте. Это сразу, так сказать, профанация. Это пытаются вас обмануть. А то, что человек покупается, ну, человек хочет, так он устроен, это психология. Он не как робот. Вы сами начали с того, что роботы бы лучше принимали решения. Они бы все просчитали. Да, не то, чтобы просчитали, а их просчитал кто-то за заложил эту программу, и они действуют только по этой программе. Анатолий, к вам вопрос вот касательно маркетинговых сетей крупных, да, маркетинговой стратегии. Вот как далеко наши сети могут уйти в битве за покупателя? И спрашивают вашего совета, вот как все-таки не стать жертвой маркетинга?
Ну, тут мы никуда не убежим, потому что все хотят заработать, естественно, ухищряются на разные этих. И на самом деле для покупателя иногда это и хорошо, потому что там и скидки идут, и два товара по цене одного, и пошло, и поехало в этом смысле. Но при этом, конечно, нужны защитные механизмы. Ну, первый, я уже говорил, что на ценниках вот за килограмм уже указывают, да, в некоторых магазинах, и это уже как бы помощь, да. Неважно, в какой упаковке, там 0,8 литра там, или литр, да, ты видишь, сколько за килограмм, да, или за литр цена, и уже можно выбрать. Ну, вот, а какие будут их ущерения дальше? Ну, будем ждать, будем, пусть нас развлекают, веселят. А вам вообще интересно наблюдать за маркетинговым рынком нет, сейчас? Нет, естественно, конечно, это же жизнь, это же творчество, это же, тем более, надо понимать, что у нас меняется маркетинг как таковой. Если раньше он был, ну, я бы сказал, рекламный такой, да, то есть идет, грубо говоря, тупо реклама, купите, купите, да, то есть сейчас иногда, извините, некоторые ролики приятно посмотреть по телевизору, то есть это произведение искусства, даже просто посмотришь, и, может быть, ты так и купишь. Так целые фестивали даже есть, да. Вот, рекламных роликов. Вот еще вопрос по поводу рекламы, что жалуются наши слушатели, что рекламы стало слишком много. Вот. А когда кто жаловался, что ее стало слишком мало? Ну, в 80-х жаловались, когда не было рыночной экономики. Где рыночная экономика? Вы знаете, здесь опять есть противодействие. Вот возьмем компьютер. Да, есть такое понятие, называется рекламная слепота. То есть человек просто уже не реагирует ни на какие баннеры, ни на какие-то это. Ну, всплывает что-то в окошке, да, и работать это не мешает. Как бы себя нужно воспитывать, себя, да, это чувство. Да, но, ну, просто пройдет время, это все исчезнет. То есть реклама должна быть ненавязчивой, она должна вливаться в стиль жизни, да. То есть вот идет человек... Это вы так считаете, а если у меня будет фирма, вы будете под такой концепцией работать, я агрессивную сделаю рекламу, но... и отберу у вас сегмент. Согласен, но смотря что это за покупатель, потому что есть исследования, например, люди с более высоким, ну, образованием, они, наоборот, у них контр, скажем, тактика по поводу агрессивная. А вот, скажем, люди, которые с небольшими доходами, они больше поддаются на эту агрессивную. Анатолий, можно вот вам как специалисту, вы ведь занимаетесь еще страновым маркетингом, да? Да? То есть вы изучаете, что такое бренд, допустим, страны, и для чего он необходим. И наверняка сейчас участвуете в работе. У нас когда-то вот обещали представить бренд Беларуси, mm-hmm. да? Я думаю, что это, конечно, большая тема для отдельного разговора. Но вот я думаю, что на этот вопрос вам будет, как специалист в этой сфере, несложно ответить. Вот я нашел любопытную такую информацию. В России резко увеличилась продажа рыбопродуктов. И думали, а с чем же это связано? Ну почему так много? И сушеные рыбы там чуть ли не в полтора, даже больше раза. И выяснили, что вот причина не потому, что агрессивно там или по-другому рекламировали эти продукты, а сложились вот два обстоятельства еще. Во-первых, доходы, да, изменились у россиян. И в большую или меньшую сторону? Они стали, меньшую, они, конечно, стали меньше выезжать. Структура за рубеж поменялась. И стали рекламировать отдых в России, внутренний туризм. Да. А внутренний – это значит, что у себя на родине и более на даче. Вот, а вот и пиво, и сушеная рыбка пошла в прикуску. Это повлияло вот на такие гигантские продажи. И второе, то, что реклама здорового образа жизни. Правильно. А рыба – это как бы считается лучше более мясо. Лучше мясо, да? И вот не надо рекламировать рыбу, рекламируй здоровый образ жизни и внутренний туризм, и у тебя будет все в шоколаде, получается. Итак, видите, как интересно? Правильно. Ну да, да. И да. Такой ход. Так, может, нам тоже надо взять это на вооружение? Ну, для развития внутреннего туризма. На самом деле у нас это по большому счету идет, то есть мы много покупаем тех же белорусских товаров и прочее, но здесь действительно хороший инструмент вот с точки зрения развития внутреннего туризма. Вот у нас, к сожалению, не очень много путешествует, скажем, внутри страны, а это очень важно для вот территориального, скажем, маркетинга, брендинга, чтобы популяризировать страну, потому что мы больше некоторые выезжают, чем... Ну, а это косвенно, конечно, сказывается и на продажу наших продуктов, да, и доверие к качеству и прочее, прочее, прочее. Конечно, но здесь есть положительный момент. А еще вот мы так много уделили внимания вообще
рекламе наших белорусских товаров, и все вот эти слоганы там, и купляйте белорусское, и белорусское, вот оно что, оно самое качественное, лучшее. А нужно не так, Дмитрий, я вот перебиваю, можно? Вот я против этих лозунгов «купляйте белорусские». Нужно, знаете, что сделать? Нужно показать, как деньги оказываются в бюджете за счет налогов. И если ты не покупаешь свой товар, значит, в бюджет не попадут деньги, и завтра твоей маме-учительнице не заплатят зарплату, или не заплатят папе твоему госслужащему зарплату. Вот нужно, чтобы люди понимали, ведь итальянцы, когда они приезжают в любую другую страну, они ищут свой товар в другой стране, ищут итальянское, чтобы купить, потому что они знают, что это доход, это бюджет их страны. А вот когда наши белорусские товары, опять же, марка в России тоже настолько популярны, да, что я думаю, что некоторые производители таким образом используют этот наш бренд, да, вот, конечно, вообще копируют, слово «Беларусь», да, в названии, для того, чтобы зарабатывать на этом деньги. Продают, да. В белорусских магазинах не белорусские товары, да, и это есть и по текстилю, и по питанию, и по мебели, и так далее, и так далее. Но это уже сами производители должны отслеживать, да, вот эту, скажем так, недобросовестную конкуренцию. Свои белорусские фирменные магазины должны отслеживать. Вот, Ирина Васильевна, еще вот к вашему замечанию по поводу того, вот как адресно воздействовать на людей. Вот вы уже Кэмерона вспоминали, да, когда вот он пытался поведенческую экономику, значит, на службу налоговой инспекции поставить. И что там было? Значит, вот состоятельным людям, которые не уплатили налоги, направлялись письма о том, что и вот если вы заплатите налоги, будет развиваться вот тот-то район, там мы построим больницу, школу. Вот, и что вот вы думаете, сработало, да? Казначейство получило 210 миллионов фунтов задолженности вот по налогам. Вот о чем мы с вами, Ольга, и говорим. Вот и нам нужно не лозунги клеить «купляйте белорусское» и не таскать ванны, показывать на параде, что мы производим это. Это, ну, может быть... Адресно надо воздействовать на каждого. Есть разные группы населения, которым должен быть свой подход, и тогда экономический эффект для этого, да, будет для всей страны. А помните, в Советском году, вы молодые не помните, была политграмота. Для чего была политграмота? Учили людей, то есть показывали вот эти вот, ну, примитивные, элементарные механизмы, чтобы они понимали. Сейчас, конечно, это не политграмота, но, во всяком случае, людям нужно разъяснить, как деньги поступают в бюджет и потом зарплата. Вот получается. Можно еще пару ремарок от наших слушателей? Вот не согласны они с тем, что, допустим, если на цене указывать не 10, а 9,99, это будет работать. Потому что если, допустим, платить и платить кэшем вот эти 9,99, то 99 копеек это много, да, то есть это долго считать, лучше заплатить уже 10. А у нас не кэш, извините, карточки у нас уже давно. Ну, понимаете, разные, да, платят. И у пенсионеров тоже карточки. И вот еще одно замечание от наших слушателей, что вот деноминацию мы уже сегодня упоминали, и они спрашивают, ну, все-таки же все равно после деноминации цены увеличились. Вот с чем вы это связываете? Ну, дело в том, что этим путем они прошла... и без деноминации увеличиваются. У нас, да, постоянно цены меняются. Ну, у Дмитрий, нас... не так уже, не так прытко, вы уже и так, мы же говорим, да, что нет, инфляция... Да нет, я ж не говорю, что в разы, да? Да. А Белстат нам все время говорит, там, на какой-то процент. Почему? Значит, дефляция у нас уже 2 месяца, значит, да, цены падают. Значит, первое, мы живем, нужно забыть про советскую экономику, когда были стабильные цены. Рыночная экономика, это первый признак рыночной экономики, колеблющиеся цены. И если цена растет, вот то, о чем вы сказали, когда мы была деноминация, перешли... Этим путем шла и Европа, они тоже пережили. Да, действительно, цены при округлении выросли, а кто-то под шумок и повысил эти цены. Но если существует конкуренция, вот мы про огурцы с вами обсуждали этот вопрос, если продают сотни человек, принесли свои огурцы, и каждый будет держать цену рубль 20, я хочу раньше домой уйти, я поставлю 90 копеек, извините, а за мной и вы потянетесь. Но понимаете, допустим, вот как я думаю, что не каждый продавец будет согласен продать свой товар за копейки, поэтому лучше на него выставить цену рубль, а лучше и больше. А пусть он выставляет, но у него покупать не будет, если рядом буду стоять я, и у меня будет рубль 80, а у Дмитрия 70 копеек. Ну, здесь... Кому пойдут? За 70 копеек будут, да, покупать. Но здесь, на самом деле, надо понимать, что и затраты растут. То есть, почему дорожает товар, то есть, а затраты связаны и с, скажем, и с налоговой системой,
и с тем, что оборот небольшой, поэтому ну, накладные расходы увеличивают себестоимость и прочее. И продавать вот так называемые дешевые вот такие товары ниже себестоимости, то есть это прямой путь. А никто вот, не прозывает это, ниже себестоимости. Нет, вот это то, что вы говорите, раньше домой идти, это и есть ниже себестоимости. Это называется демпинг, это первый, это нехороший инструмент. И второй инструмент, это... Вы против потребителей. Это путь, нет, это путь к банкротству. И есть очень много примеров, которые, ну, закрываются просто предприятия хорошие. Понятно, что это конкуренция, да, и кто не может выдержать, тот уходит с рынка. Но здесь есть негативные моменты для экономики. Абсолютно нет. Цены должны падать. Другое дело, если они не падают, значит, либо не хватает конкуренции, значит, существует монополизм, либо, правильно вы говорите, либо высокие затраты. Это уже другой вопрос. Тогда, если либо у меня... Либо политика государства. Нет, да, либо если есть. У меня не хватает дохода, я не покупаю этот продукт. И вы, соответственно, покидаете эту нишу. Ее должен занять тот, кто сможет дать более дешевый товар. И согласен. Еще вопрос. Вот черная пятница, станут они, так называемая черная пятница, да, вот этот маркетинговый ход, станут ли они в Беларуси популярны? Конечно. Я думаю, что это один из инструментов, который будет расти и будет нас радовать и удивлять. Но, может, ГУМ-ЦУМ будет как-то по-другому радовать, да? А те, кто вот, допустим, в интернете ведет продажи, да, и оказывают услуги, так ориентировать на этот сегмент, да, вот они уже давно это, годами это используют, такие ходы. Конечно. Конечно, снижение цен, кстати, у Тайлера, вот опять к Нобелевскому лауреату мы начали и можем закончить им. Он говорит, что когда наступают распродажи за рубежом, люди, вот насколько психология работает, покупают, им не нужны эти товары. Они потом, то есть они не пользуются им, они не знают, куда это все деть. Дешево. И он видит, что это стоило, предположим. Я помню, когда была в Соединенных Штатах, приятельница мне говорит, смотри, платье стоит $100, оно 1000 стоило. Я говорю, мне оно 1000 лет не надо. Ну это я так среагировала. А у нас вот, могут сказать, там оно стоило 1000, а сейчас стоит 100. А на самом деле оно никогда 1000 не стоило. Неправильно, Дмитрий, оно не платят-то за бренд, мы говорили о брендах. Нет, я говорю, что вот не верится в это. А в некоторых странах именно приняты законы, что если уж ты говоришь, что оно раньше стоило, вот предъяви тот ценник, что оно стоило 1000, а сейчас 100. Чтобы не было что никакого это за обмана. Я такой... А все, к сожалению, убежало наше время. Актуальный микрофон завершен. У нашей студии сегодня были Ирина Новикова, заведующая кафедрой Белорусского державного технологического университета и член правления громадского объединения гильдии маркетологов Анатолий Акантинов. Вели программу Ольга Сямашко, я Дмитрий Рубашный. До новой встречи. Актуальный